Всем большой привет, друзья! Сегодня будем играть в Counter-Strike GO. Классное же событие вчера произошло в мире гейминга. Ниндзя покинул Twitch. Я долго не думая понял, что пора врываться. Стример Крид, блин. Тебе пришлось смириться с этим. Я не мог просто один начать все это делать, и я позвал чемпиона мира по этой игре. Здорово. Здорово, мужик. Вот мы и встретились. Сегодня будем играть в Counter-Strike GO. Последний раз я в контру играл, сейчас скажу, когда. Много-много лет назад. Я опять это говно взял, ну, блин. Но дротил я в нее конкретно, потому что я помню еще, когда я после бессонных ночей играл в контру, приходил в школу, и все, что у меня было, то, что я слышал глюками Fire in the Hole и всю эту историю. Слушай, бро, ты мне должен помогать, потому что я реально в контру типа последний раз играл еще в школе. Играть можно? Ну, блин, ну, мне главное его слышать в игре. Ну что, давай? Друг друга, давай шпилить и все. Давай, куда заходим? Ты мне подскажи здесь. Просто жми go. Просто go? Да. А, ну все, окей. Это Counter-Strike GO, братан. Просто GO. Ну ты настроился, почему ты... У меня вот тебе вопрос такой, да? Почему ты вообще решил начать стримить, попробовать это движение? Какая основная причина, только честно? Чувак, я, короче, всю свою жизнь просто играю в игры, и я люблю все это дело. И я, допустим, вот у себя в инсте ни разу не вел ни одну прямую трансляцию до сих пор. И где-то уже на протяжении, наверное, 2 лет или... Ну да, где-то 2 лет я знаю про Twitch и про всю эту историю. И всегда хотел попробовать, всегда было интересно, но никогда не доходили руки. Плюс еще мне не позволяло то, что я был в одной компании. Больше всего переживаю сегодня за то, что это может быть первый и последний стрим в моей жизни на Твиче, так как у меня может вырваться слово, за которое мне могут дать бан. Что это хоть за секретное слово такое, я просто не могу понять. Бро, я не могу тебе его сказать, потому что меня забанят. Да нету таких слов, тут на Твиче такую несут. Не, бро, здесь есть такое слово запретное. Типа... Не говори, пожалуйста. Да не... Он знает, все, он тебя троллит. Он мне говорит, что он не знает, прикинь. Да, все, он знает. Сучонок. Погнали его аккуратнее. Все, что я помню, это Dust 2. А это Dust 1, братан. Нормально все. Да, блин. Почему я ничего не могу сделать? Ну ладно, сейчас настроимся. Спасибо. Гол, стреляй просто, целься. Основной вообще. Класс, меня сразу убили, ну ничего. То есть ты, в принципе, думаешь, что ты теоретически мог бы стать будущим стримером вообще, да? Ну я бы не сказал бы, чтобы, наверное, я был бы профиком там... О, блядь. И что делал бы... Я хочу попробовать, чувак. Ну плюс мне кажется то, что... Так, все, мы начинаем игру. Я думаю, что для моей аудитории, короче, это будет круто. Ну и, в принципе, я, короче, фэн игр. И... Блин, бомба у меня. Может, я тебя скину сразу? Да нет, нормально, будешь ставить. Я Погнали. Еще помню то, что надо скидывать. Я взял какое-то странное оружие. Тупо пулемет немножко. Нахер я пулемет взял. Вместе, близко, справа, убиваем его. Вот и все. Разъебался. Нормально. Какую-то шляпу взял. А ты пулемет взял? Да. Ты как Рэмбо, ты понял? Тупо как Рэмбо. Так, что там по гранатам-то, я уж не помню. Б. Да тебе не надо гранаты, бедем с калашом. Ладно, голову погнали. Стрелять, я тебе говорю, тут вот CS простая игра, просто бежишь и убиваешь. Ну легко говорить, когда ты чемпион мира. Ой, блядь, я красный. Откуда? Справа, выходи, справа, оттуда. Я не понимаю, где. Братан, ты за мной бежишь? А я убегаю. Ну погнали, короче, отсюда. Ты можешь пострелять, я просто красный, ты понял? Ну да, я еще зеленый, но я быстро красным становлюсь, так что. А, чувак, витай, короче, вдали минус 40, он на тебя бежит прямо, вот тут за ящиками. Вот тут за ящиками, близко! Давай, он битый. Попади в него, блядь. Да, даже гранатки нет, какая-то. Давай, нормально, все, он тоже красный, понял, он переживает тоже. Он где-то крысит, сука, блядь. Ах, сучонок, у него еще АВП. Сучонок того, что ты... Первый день, мать его, на стриме. Да. Чувак, ты понимаешь, что когда мне вчера сказали, что ниндзя ушел, я понял, то, что мое время настало, вот.
исключительно из-за этого. Низи там дали 1 ярд, да, как раз. 1 ярд зелени, ну чё, неплохая тема. Мне пока никто не предложил. Кстати, многие написали, а, все понятно, Криду заплатил Твич. Угу. Если бы. Кто знает, кто знает. Не, чувак, честно. Я думаю, что такая история. Бля. Ну, если кто-то из Твича смотрит, то я готов, конечно, принять от вас деньги с удовольствием. Блин, какая у тебя классная... Какой классный скин у тебя на калаше. Тихо-тихо-тихо-тихо, братан. Я хочу попробовать раунд взять, сука. А вон, у сучонок справа за кал... Да-да-да. За ящиками. Бомбу вообще можно ставить? Так. Ты разобрался, как сделать его погромче? Если надо тебя чуть потише сделать. А я громко, да? У всех. А еще у тебя первые донаты появились. Первые донаты? Да. Да ладно. А почему они не вылезают здесь? Почему я их не вижу? Наконец-то у меня будет моя любимая эмка. Грубо говоря, сейчас на Твиче где-то 2-3, короче, девчат могут быть абсолютно. 100%. Да, суки. Слева. Да, убивай его, убивай, убивай, это твой. Давай, давай, долби, 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 долби. На, красава. Хедшот, мать его. Counter-Strike очень важно, это вот поддержка, это вот мотивация. 100% мужик. Уверенность вот такую, и все. Справа от тебя. Ну, и все, видишь? Погнали. Чувак, ну все, у меня уже пальчики вспоминают, я хочу сказать. Ты это, нормально. Так же, как всегда. Сзади, сука, у нас... А как он оказался сзади? Если нужно. Врывайся в дырку в эту. В какую, чувак? В первую, да? Давай. Да, пытайся размен дать. Я думаю, они туда пойдут. Давай их там ёбнем сейчас. Нам нахер. Это называется наставник, понял? Я тебя вот как бы направил, и ты жестко разъебал. Двух чисто, чувак. Окей. Все четко, чувак. Вот с каждым четко. Разом все лучше и лучше. Уже я думаю, через пару стримов будем разговаривать, контракт навит на все дела. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Ходи, убивай, вот справа здесь. Да, давай, давай, давай. Опа. Хорош. Еще новый донат. Егор, выйди нахуй с этой игры. Макар 13. Не, братан, мне нравится, я люблю контру, сорян. Блять, на базе двое, я их на базу загоняю, блядь. Зачем? На нахуй. Индюка, блядь, подстрелил. Да пида. Все! Мне кинут бан! Осуждаю, чуваки. Осуждаю. Фигура речи. Все, мне кинут бан. Бан, блядь! Да все, успокойся, ничего тебе не кинет. Ну посмотрим. Как раз проверим. Ты не знал, не нанятай. Нормально. Присуждаю, сейчас взорвался. Я имею в виду то, что типа. Да слово не страшное, типа, я не знаю, я нормально отношусь ко всем, короче. Абсолютно толерантен. Но. Ты ж, наверное, больше имеешь в виду не. Конечно, я имею в виду то, что типа. Его действия в игре, да? Его поведение, а не ориентацию. 100%. Ну, кто это? Мать, я что-то вообще разваливаю жестко. Разваливаю жестко, дядь. Ну вообще что-то вообще без шансов. Они один оба у себя на базе. Оба, да, на базе? Да. Я пошел их щемить, блядь, еще. Они палят, знаешь что? Они палят выход. Я не знаю, откуда ты пойдешь. Да, вот так зажимайте их, да, все, сейчас. Да, я их еду ебашить. Уничтожил, блядь, просто. А я, короче, в крысу сяду на Б. Давай, я тоже чуть под крышу. Они где все? Да, крысы где-то тоже. Так, я уже двух завалил. Ну, это только начало.
Беги ко мне, братан, ему тут пипец. А где ты? А вот, видишь, по радару ориентируйся. Я вижу, да. Он тут смоке, он смоке тут сидит, блядь. Не может быть. Сидит крыса. Просто буду расстреливать. Выходи давай. Хаешку ему туда, хае ему залепись. А чё, а как мы выиграли? Просто время закончилось, он бомбу не успел подставить, понял? Окей, кайф. Чё, ну здесь пободрее играть так-то, ну побольше народу, типа, движ. Ну, повеселее, да, так? Ну да. Кайфуешь? Чувак, я кайфую от стрима, конечно, мне очень нравится. Всё, самое главное. Зев, спасибо, что разделил со мной. Взаимно, братан, ты приятный парень. В душе кайф. Всё круто. А то все артисты, думал, да, выёбистые, все пафосные. Ну... Да не, все обычные люди, чувак. Не, ну все, конечно, как бы, ну да, есть, конечно, прям запредельные чуваки. Сейчас меня муха атакует или что? Я не знаю, как она тут пойдет. Блять, он ждал меня. Мы почти до восьмерочки дошли. Народ еще книгу хочет, тебя любят. Я думаю, что больше книгу хотят, ладно, шучу. Безумно, причем сейчас сидят, потом уже волосы рвутся. Блин, что я так в молоко стрелял, вообще не мог его убить. Может, ну его нахуй, Егор. Макар 13 опять пишет. Может, ну его нахуй, Егор. Ты на главной странице Твича, между прочим. Мы на главной странице Твича, чуваки. Е-бэйби, всем привет. Мы на главной странице Твича, чуваки, за первый раз. Мы как ниндзя практически. Где наш я? Киа! Все, ниндзи нет, новый ниндзя в игре. 8 тысяч подписчиков, я слежу. Давай, давай. Сижу в онлайне. Он говорит, пусть тебя забанят, всем будет легче. Ну, блин. Зевсу точно не будет легче, с кем ему стримить? Блять, на базе двое, я их на базу загоняю, блядь. Ну, чувак. Возьмем. Возьми пешку. Так. Ладно, оставайся там, где ты сейчас есть. Оставайся. Ах, ублюдок. Сиди просто. Красный. Живи, просто тебя играю. На стрим лучше, популярный стример еще. Бро, да я тут забираю раунд. Че, все, мы выиграли? Да, мы выиграли, это финиш. Давай, удачи. Итак, друзья, вот и закончился. Точнее, подходит к концу наш стрим. Поиграли мы в контроль, я надеюсь, что вам понравилось. Давайте кинем респект Зевсу за то, что он вписался во всю эту тему. Как-никак, чемпион мира по этой движухе. Всем большое спасибо, всем тем, кто создал такую крутую активность. Мы были сегодня на главной странице. Могли бы быть на первом месте, были на втором, потому что на первом была Дота. Играли бы мы в Доту, друзья, но, как говорится...